13 по 16 января в лагере «Альпийская деревня» Горьковского района состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова. В эти дни на лыжной трассе выступили около 300 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет из 9 районов Омской области, а также Новосибирского, Кемеровского и Томского регионов. У нас хорошие условия, как видите, прямо с крыльца на старт выходит, никуда не надо ездить. Мы трансфер с помощью министерства организовываем, с вокзала сюда привозим. Они здесь живут, отдыхают, общаются. Питание прекрасное, всем нравится, трасса удобная. То есть все каждый год ждут эти соревнования, и тренеры, и спортсмены с удовольствием. Конечно, нормально, легкая, тут почти одни равнины, только подъемы, но не такие, как равнина. Ну, нормально было все. Ну, в чем основная сложность вот здесь выиграть на этих соревнованиях? Это, я даже не знаю, но тяжело все равно, потому что соперники, они сильные все. Так легко удалось в финале прибежать первым с таким отрывом? Ну, я специально тренера попросил, чтобы он на держание подмазал побольше, чтобы подъем идти это всех. И на спуске отыграть еще. И дальше все само собой. Ехали, погода была хорошая. Первые забеги не напрягалась. У меня была задача приехать второй, чтобы пройти дальше. Ну и все силы выложила на финальный забег. Наблюдал за соревнованиями юных спортсменов сам прославленный советский лыжник, участник двух олимпиад, уроженец Знаменского района Омской области Владимир Долганов. Дети пока с хорошими результатами и очень довольны, потому что здесь массовые соревнования не со всех регионов. Как говорится, они знакомятся, дружат. Ну, как говорится, он похож на фестиваль детского спорта. Настолько. Они соперников нет, они все друзья, товарищи. А среди детей это самое главное. Награждение победителей и призеров соревнований состоялось в Доме культуры села Октябрьское. В торжественной церемонии принял участие министр спорта Омской области Дмитрий Крикорянц. Всегда здесь очень качественная подготовка трассы, хорошие условия проживания, питания у ребятишек. Все как бы на таком очень высоком организационном уровне проходит. Очень приятно, что Владимир Александрович практически каждый год приезжает сам лично и принимает участие вот в мероприятиях нашего соревнования. Наградили юношей и девушек в 6 возрастных группах. Из 18 заездов омичи первенствовали в 7. Карина Гончарова из Омского района стала победительницей во всех 3 дисциплинах – в гонке свободным стилем, индивидуальном спринте классическим стилем и масс-старте. Кристина Семенихина из Любинского района на соревнованиях завоевала 2 золота. По 3 награды высшего достоинства выиграли спортсмены Кемеровской области – Иван Игнатьев и Владислава Лобкова. Спортсмены Томской и Новосибирской областей взяли на соревнованиях по 1 золотой медали.